Мы с вами сегодня в студии «Я так думаю», авторская программа Владимира Микова «Искусство управления». И сегодня наш диалог пойдет вообще о маркетинге, о современных тенденциях и трендах. И я представлю сразу же зрителям Алексей Иванов, генеральный директор компании IC Marketing. Исходно решили, что будем заниматься привлечением клиентов через интернет для малого и среднего бизнеса. Вообще, когда интернет в России-то появился? Не 18 ли лет назад? Вот нет, в первый день вы включились в работу? 25, по-моему, уже. 25. Интернет, да. То есть он был, ну, совсем, конечно, сейчас понятно, что тогда он был совсем маленький. Mm-hmm. И, скорее, было хобби, денег в нем было мало. Но интернет сам менялся, инструменты менялись, а сам подход, суть бизнеса, она сохранилась за эти годы. Что, в принципе, я так считаю, в чем суть, в чем соль этого бизнеса? Именно в том, что есть бизнесы, которым нужны клиенты. И мы через интернет, используя инструменты, я имеющиеся думаю, в интернете, привлекаем клиентов в этот бизнес. Если нашу аудиторию спросить, кому нужен клиент, наверное, руки поднимут все, там, включая даже ноги. Да? То есть сейчас с клиентом за него действительно идет борьба. Я думаю, все, что вы сегодня нам поведаете, это будет прям вот из первых рук, как горячие вкусные пирожки. У кого-то это маленький чемоданчик с одной купюрой, у кого-то это большой чемодан. Пробуют вкладывать деньги, но часто не понимают во что. И у многих такое ощущение, часто я об этом слышу. Да, мы пробовали, там на самом деле все плохо и все сложно. То есть у интернет-маркетолога его умение, так сказать, ну вообще знания в области IT, наверное, так же, как у, не знаю, повара, с учетом там, умения работать с ножом, да, который там, может сравнивать с хирургом, допустим. Да, то есть, наверное, совсем малая толика. Да, ну, там разное владение ножом, здесь сложно про эти профессии говорить. Но здесь получается, что и постановка задачи сама. Сказать, на одной ноге мы крепко стоим, да, CRM есть, а вот то, как принимают, например, входящие звонки, с этим беда. Многие начинают сразу с середины, что «О, давайте привлечем трафик на сайт». Что-то сделали, вот этот чемодан или не чемодан, или там барсетку с деньгами забросили, или кошелек. Но потом сделали какой-то кусочек, привлекли людей на сайт. Во-первых, что до этого было, а кого нужно привлечь, а что им нужно сказать до сайта, что им нужно сказать на сайте, как с ними дальше взаимодействовать, как нужно отслеживать. Потому что технологии позволяют сейчас очень много всего сделать. Вот вчера была большая конференция Яндекса, где-то на веб-конференции, и там обсуждали как, про отслеживание того, что делают в офлайне, да, то есть в обычном магазине, в ресторане, в офисе. Расскажите. Те, кто пришел через интернет. А сейчас технологии позволяют увидеть из тех людей, которые были на сайте. Мы везде говорим даже не только про людей, а столько пользователей интернета. То есть мы с вами интернетом пользуемся почти каждый с нескольких устройств. Есть телефон, рабочий компьютер, домашний компьютер, планшет, на котором есть человек. Пользуется. И вот Яндекс за прошедший год большую работу провел, что, во-первых, помимо отдельных устройств, про которые раньше говорили, что да, вот зашел с компьютера, вот, знают, что я с этого компьютера что-то искал, чтобы склеить и понять, что вот я как пользователь захожу с таких-то устройств. Потому что я много информации себе в интернете вставляю. Где-то я свой телефон ввел, когда где-то регистрировался, где-то я там залогинился куда-то еще. То есть за нами следит большой брат. Вот, но здесь они не конкретно про меня как человека, они говорят, вот эти вот там, 4 устройства, им пользуется один и тот же человек. Поэтому если я там, куда-то пришел, я к вам сегодня пришел, вас там, ваша Wi-Fi-точка может увидеть, что я здесь. Ну да, это что вот этот телефон здесь был. Дальше сказать Яндексу, что а покажи нашу рекламу тем людям, которые у нас здесь в здании были. Яндекс говорит, а вот эти вот у вас были вот эти пользователи телефонов, они еще заходят с таких-то компьютеров, и мы сейчас им всем их догоним рекламой. То есть навели геолокацию, и, соответственно, по тем, кто это там вот зафиксировался какой-то час, так сказать, в каком-то здании, ну, такой, их из можно догнать. В онлайн, и наоборот, если мы зашли по рекламе на сайт какой-то компании, посмотрели, говорим, магазин, не знаю, обои выбирали, посмотрели, магазин, да, тут выбор хороший, но через корзину не хочется покупать, хочется поехать в офис, в сам магазин. Я посмотрел сайт, приехал в магазин, по той же самой технологии можно увидеть, что вот я, пришедший по рекламе, посмотревший сайт, я потом приехал в магазин. И вообще сейчас вот этой грани интернет, раньше, вот я помню, был термин там «выйти в интернет», включил модем, подключился к интернету, а сейчас мы не выходим в интернет, а интернет, собственно, мы все время в нем находимся, потому что многие люди, там, утром проснувшись, сразу где-то в мессенджере читают сообщения,
даже те, кто говорит, что мобильным интернетом не пользуются, выясняется, что они на телефоне смотрят карты, в соцсети заходят, почту проверяют, а интернетом мобильным не пользуются. То есть тут у людей даже не всегда есть понимание, в какой момент они в интернете, в какой момент нет. А, отлично. То есть вы совместили. Да, то есть я совместил работу, отдых, который, собственно, из этой работы, и теперь еще и личная жизнь. Ну, нигде не узнаешь человека, как только в походе. Жизнь насыщенная должна быть. На самом деле это тоже плюс, когда вот что-то есть такое, когда не день сурка, да, а что-то происходит интересное.